Елена Кошелева – мама троих детей. Ежедневные прогулки – семейная традиция. А маршрут всегда одинаковый по периметру города. Как говорит сама Елена, в межсезонье нередко приходилось менять траекторию движения вдоль первого дома по улице Комсомольской. Там регулярно появлялись большие лужи. Вот в этот дом, когда снег таял, когда сильные дожди, да, действительно приходится обходить по дворам, либо мы вообще в эту сторону не ходим. Вот мы гуляем в сторону Рустама, либо там. Участок решили отремонтировать. На Комсомольской 1 положат 26 новых плит. Кроме того, тротуарную дорожку приподнимут, чтобы впредь здесь не появлялись огромные лужи. Заменят покрытие и за четвертым домом по этой же улице. Обновят и уличное освещение. На данный момент производятся работы по подготовке основания. Уже планируется работа по укладке плиты. Плита доставлена, все материалы у нас в наличии. И я думаю, в ближайшие сроки мы этот тротуар ремонтируем. Освещение улиц ремонтируется, опять же, по улице Комсомольской, по улице Таежной. Светильники дорожного освещения уже поменят у нас светодиодные. Вот, экономно и светло. Будут дополнительно освещены пешеходные переходы, чтобы как бы понизить возможность аварий. Заменит тротуарное покрытие и на Комсомольской 7. Этим участком займется иногородний подрядчик. Четвертый и первый дома – дело техники дорожно-эксплуатационного управления города. Здесь в общей сложности положат 59 новых плит. Старые значительно износились. На них появились выбоины и сколы. Кое-где даже торчит арматура. Плиты, что укладывают здесь, гораздо больше своих предшественников. Их размер – ширина 2, длина 6 метров. Предыдущие же были лишь 1,5 на 3. Это значит, что совсем скоро мамы с колясками смогут, не теснясь, гулять в обоих направлениях одновременно по новому ровному тротуару. Ксения Еланская, Дмитрий Огородников. Специально для новостей.